не сука же, подписчики Лисли канала, с вами Мегакол. Мы сегодня сами поиграем в игру, которая называется YouTuber's Life. Это такой симулятор ютубера, только нереально продуманный, нереально, короче, охрененный. А я в нее играл, когда она еще была в раннем доступе, потом я, ну, достаточно хорошо развился, а тогда еще не было очень многих вещей, которые есть сейчас, и она действительно одна из немногих игр, которая из раннего доступа, из какого-то раннего проекта превратилась в полноценную, хорошую, адекватную игру, в которую реально играть. А, так вот, она очень похожа на Game Dev Tycoon тем, что, ну, и дает какую-то симуляцию, но все-таки она будет покруче, ну, не знаю, просто мне кажется, она как какая-то, ну, хорошая, реально. А, мы с вами будем играть в нее в виде ролика, возможно, в виде стримов, если я буду успевать стримить, и чтобы еще на канале все серии выходили. Если вам нравится, понравится этот проект, то отпишитесь в комментарии, обязательно ставьте лайки, потому что это стимулирует записывать еще больше роликов, особенно по YouTuber's Life, когда у меня сейчас не особо много времени, потому что мы проходим Ведьмака, мы на стримах проходим Splinter Cell, и что-то как-то у меня разрывается мозг потихоньку, но все-таки я стараюсь успевать все, потому что лето, и все равно я целый день ничего не делаю, поэтому почему бы и не начать еще один проект в виде YouTuber's Life, который может иногда фризиться, если что, то есть непрофессионально. Проект может фризиться, не бойтесь, если закончится серия, они все равно будут выходить, и если они закончатся, то, скорее всего, будет стрим. Я играть буду на английском языке, даже несмотря на то, что здесь есть русский, тут очень корявый русский, на самом деле, есть много, кстати, языков. Вообще, когда я в нее играл, был только английский и немецкий, и все. Но, короче, добавили русский, но он немного корявенький, я все-таки, наверное, буду играть на английском, в любом случае, если что-то есть, то я смогу это перевести, тут надо быть дегроидом просто, чтобы реально не смочь перевести то, что здесь будет написано, графика, как бы все ясно, вот, continue есть кнопка, естественно, потому что у меня был сейв, который там, ну, он зафейлился просто из одного момента, я там кое-как накосячил, и там уже нереально было просто выходить. А мы с вами начнем новую игру, создадим нового персонажа. Катсцены. Я наконец-то сделал это. Я самый популярный ютубер. Я управляю собственной сетью. Это был очень долгий и тяжелый путь. И это моя история. В этой игре мы будем монтировать, снимать, копы, все что... Тут жениться даже можно. Так, для начала надо сделать, естественно, себя. Будем делать... Нет, не женщину. Это, наверное, одна из немногих игр, в которых я делаю персонажа, а не женщину. Я буду делать себя. Постараюсь. Нет, мне надо... Ну, тут нету такого оттенка кожи. Ну, короче, пусть будет стандартный. Волосы. Где мои волосы? Тут есть мои волосы вообще? Что-то похожее, это вот это. Нет. Что-то похожее, это стандарт. Нет, стандартный это как у Пьюца вообще. Так похоже на PewDiePie. Вот так вот сделать, чтобы было попонятнее. Ну вообще, да, вот этот чувак, он больше похож из всего, что здесь есть. Я вижу, тут очень много говна. Ну, в принципе, это тоже прикольно. Зеленые волосы можно сделать, настолько здесь все. Круто. Так. Ну, даже не знаю. Ну, можно. Нет, я так не останусь. Короче, буду. Стандартная прическа. Глаза. Долго париться не буду, найду карие. А не стандартные, что ли, карие? Господи. Почему так сложно? Показалось, что это как какие-то звуки. Примерно вот так. Вот так. Рот. О, господи. Нет, рот лучше стандартно оставить, по-моему. Тут ничего не делаем. Шляпы. Ой, тут столько новой одежды. И вот чуть такое, твою мать. Слушайте, не было такого, когда я в нее играл. Вообще, вот, наверное, вот только до вот этой рубашки. Дальше все, дальше конец. Я не знаю, что мне больше всего здесь нравится. Мне еще вот такие кофты нравятся. Или можно... Не, мне еще такие кофты нравятся. Но они какие-то здесь... Во, вот так вот сделаю. Да, так прикольно. Так, брюки, что-нибудь черное. Что-нибудь вот такое.
Вот так вот. И очки обязательно. Вот такие. Только какого у меня они сейчас и желтого? Вот такого они у меня сейчас цвета. Во, это же мои очки прям. Это тупо мои очки сейчас. Вот реально. Окей? У нас есть я, по-моему. Как закончить здесь? Вот, тут у нас есть, типа, персоналити, это, ну, грубо говоря, характер, ну, и каким человеком я буду, то есть, суперзвезда, вы мастер просто создаваете ролики, и ваша самая крутая амбиция и самая единственная амбиция — это делать больше и больше, считается, типа, каждый просмотр. Вы, это, короче, на деньгах, вы помешаны на деньгах, вы эксперт в бизнесе, и вам нравится следить за каждым центом, который вы получаете благодаря вашим роликам. Вы любите встречаться с другими людьми, общительный, грубо говоря, гений, вы не думаете о том, что говорят другие люди, учите чего-то, что-то новое, какие-то веселые вещи, легкие. Так, Party Animal, короче, грубо говоря, душа компании, да, романтик, ну, понятно, романтик. Я не знаю, давайте суперстар, потому что это самое, какая-то больше похожее. Мне похер на деньги, хотя здесь реально за один просмотр можно получить там 50 баксов, не знаю. Вот бы так в реальной жизни. Ну, неважно. Loaded, ну, мне как-то не очень сошибл, да не особо. Я просто буду еще как-то пытаться отыгрывать, какие действия я буду вообще выбирал бы, если бы это была реальная жизнь. Party Animal тоже нет, романтик. Ну, я бы выбирал что-то между вот этим. То есть, ну, типа, суперстар давайте, потому что все-таки карьера ютубера, а не симулятор там Симса. Тут, да, есть только гейминг, но тут еще будет музыка, кукинг, лайфстайл, фэшн... Я так понимаю, фэшн — это влоги. Ну, у нас будет гейминг, пока что только не с Enter Your Name. В принципе, менять ничего не надо. А канал... Почему бы... Fast... Ну, все правильно. Так, тут можно рандом выбрать, но я не буду этого делать. Ну, все правильно. Можно начинать. Тут, насколько я знаю, есть три типа дома, в которых можно обитать. За второй и третий надо платить. За первый, это вы, называется, живете с родителями, и это очень плохо. Оттуда надо съезжать как можно быстрее. Потому что проблема в том, что меня будут заставлять учиться и будут забирать ПК. Ну, короче, разберемся. Итак, я начал делать свое первое видео в этой комнате. Я только что переехал сюда с моей мамой, и здесь у меня еще не было много друзей. Давайте сначала взглянем на некоторые вещи, которые я познал, становясь самым лучшим ютубером. Так, вы можете использовать мыши или клавиатуру, чтобы контролировать камеру вашего персонажа. Крутите камеру с колесиком, зум тоже с колесиком, правая кнопка... Короче, двигать и персонажа левой кнопкой. Окей. На протяжении этих дней я... на протяжении всех этих дней мне было очень интересно и весело создавать ролики по играм самому. Так, я хранил мои игры в... Короче, на полке. Вообще, тут шелф — это... Неважно, короче. Так, подойти к полке и выбрать вид игры, точнее, ролика, который я сделал. Здесь можно делать еще разные, самые просто разные какие-то ролики. Первое впечатление, геймплей, ревью — это обзор, walkthrough — это прохождение, коллаб — это кооп, спидран — ну, это спидран. Но мы можем взять только геймплей пока что. Тут еще система прокачки, тут все очень круто. Вот, на этой стадии вам нужно настроить свою вебку и микрофон, который вы будете использовать на записи видео. Ваше рабочее место... Ой. Ваше рабочее место лимитировано, короче, количество вот этих рендер-поинтов, это вот эти вот available power, которые... Короче, это все зависит от мощности самого компьютера. Естественно, если мы покупаем компьютер лучше, то у нас, соответственно, больше этих очков. Более продвинутые настройки вы сможете... Более какие-то... Более навороченные настройки увеличат качество видео, но типа будут использовать вот эти rendering points. Ну, естественно, low resolution, потому что у меня конченая вебка. Где она там? Вот эта вебка у меня. Без фильтра абсолютно. Mono-directional. Ну, тут Station 1, и другого выбрать нельзя. Скоро у нас... Ну, как скоро. Короче, потом у нас будет 2.
этих самых... Да господи, я скажу сегодня. Два компа. Вот. Так, Empire Planet 2 геймплей. Я не буду менять название, потому что, ну, Empire Planet 2 геймплей 1. Почему бы и нет? На этой стадии вас встретят разные какие-то задачи, которые вам придется решать, выбирая карты. Каждая карта, короче, сейчас сам все объясню. В процессе создания ролика у меня возникают вот такие разные карты. Кстати говоря, таких не было. Но у нас по ситуации надо будет выбирать какую-то эмоцию, которая здесь все написана. То есть вот у меня есть, например, момент из игры, вы нашли пасхалку, да? И у меня тут есть, ну, давайте... Праздничный крик, типа того, должно подойти. Да, подошло, я буду переводить, естественно, какие там у нас есть. И время до старта игры. Ну, тут только я могу стоять благодаря вот этим вот очкам. Скоро их будет тоже больше. Не смешной комментарий. Вот, теперь, ну, естественно, только у нас такое. Теперь можно монтировать. Монтаж здесь, ну, первый ролик будет конченый. Естественно, он будет конченый. То есть мне нужно, грубо говоря, вставлять вот эти вот... штуки, да, чтобы они подходили по вот этим вот входам и выходам, также можно ставить какие-то эффекты. Вот, например, у меня очень мало, это, по-моему, сценарий, это актерская игра, это постпродакшн, нет, вот это постпродакшн, вот это звук, а вот это монтаж сам. То есть, что я могу? Вот у меня еще в процессе того, как я нажимаю вот эти вот карточки, выбираю, там еще можно будет целую колоду составлять, какие карты я буду использовать, они будут тоже влиять на вот это число. Вот это число, естественно, чтобы оно все было сбалансировано, чтобы все было хорошо, чтобы ролики получались еще лучше. Вот у меня тут есть эффекты, можно я тут уберу как-нибудь? Ну ладно. Вот у меня нету сценария, я хочу сценарий, например, себе увеличить, да? У меня нету вот постпродакшена, я хочу себе софт-фокус поставить. Вот, и теперь у меня есть хотя бы что-то везде. Создаем ролик, интерес 46%, тут ставим новые рекорды, тут все тоже будет прокачиваться, скрипты, постпродакшн последнее, все правильно. Это сценарий, вообще это актерская игра, не перформанс, ну ладно. Меня до сих пор напрягает время, которое занимаю... время, которое тратится на то, чтобы загрузить видео на канал. Но я вам скажу следующее. Следя за просмотрами, подписчиками и деньгами, росло мое, как бы, рос мой интерес и восторг. К тому же всегда находился коммент, который помогал мне узнать, все ли я делаю правильно в своих роликах. У меня был тест каждый... Вот, про что я говорил. У меня тест каждый месяц, так что мне все лайки, серьезно. Так что мне нужно учиться. Если я сдаю хорошо экзамен, то я получаю награду. Но если я фейлюсь, то моя мама, типа, завалит меня. Но на самом деле она просто отберет комп. И на некоторое время у меня пройдет время, я потеряю подписчиков, ну и все такое. Вот смотрите, 21 просмотр, уже 5 центов. Это, по-моему, вообще... Чтобы пойти в школу, мне нужно было только выйти из двери. Ну да, тут просто есть кнопка «Стади». Блин, я бы посмотрел комментарии. 10 лайков, между прочим. Хорош, получился ролик. У меня уже 8 подписчиков. У-ху! Когда-нибудь я просто перерасту самого себя в реальной жизни, буду плакать, наверное. Идет, естественно, время. У меня есть деньги еще, но это тоже потом, я думаю, меня сейчас обучат этому. Так. Я всегда могу проверить, готов ли я, да, к своему тесту в календаре в моем телефоне. Но... Going to school, getting good grades was... Но ходить в школу и получать хорошие оценки было не всем. Иногда я ходил по магазину, просто делал покупки в интернете. Шопинг здесь — это покупки в интернете. И проверял какие-то новые релизы. Мне не приходилось выходить на улицу, чтобы пройти в магазин, заказывая онлайн, был очень быстрый способ получить вещи. Так, используйте ПК, чтобы шопиться, гоу-шоппинг. Тут можно покупать очень много всего, но будет очень много бабла. Тогда было только 3 открытых магазина, но все новые и новые открывались в процессе. Я мог посетить один из них, просто нажав на, соответственно, на магазин.
Короче, или типа нажать на крестик, чтобы выйти. Ну, это просто типа как выйти отсюда. Короче, сейчас показываю. ПК World — это мир типа компьютерной техники. Тут есть CPU, это компьютеры. Тут будут очень дорогие компьютеры. Пока что только за $250 у меня столько нет. У меня только сотка. Клавиатуры можно посмотреть, вот, да. Новая клавиатура за $16, кстати, можно будет купить. Монитор. Ну, монитор за 90, ну, естественно, покупать я пока такой не буду. Можно будет поставить, по-моему, 3 монитора даже. А, мышка. Можно купить новую мышку, потому что в CS-чку-то играть неудобно, да? Вебку, качество, но пока что тратить деньги я не очень хочу. А, микрофон, да, микрофон новый куплю, потому что нужно качество. $50 я потрачу, наушники покупать не буду, потому что пока что в таких нормально. Идите, тут программа одна единственная. $50 просто в минус. Но зато мне придут. Так, я уже был знаком с основами создавания видео и... Не знаю, что такое. Я... Короче, я знал, что это будет сложно, но все-таки я решил стать ютубером, и ничто меня не остановит. Если ты не хочешь учиться, что когда-нибудь я... Ну, граунд, короче, когда-нибудь я просто заберу у тебя компьютер, и потом не жалуйся. Ты знал, что ты можешь все-таки получать деньги, это зарабатывать деньги, выполняя и подрабатывая. Короче, не успел. Ну, короче, подработки здесь есть еще. У меня есть новая клавиатура, новая мышка и микрофон. Микрофон у меня быстро, быстро микрофон у меня. Так, что я хочу? Тут можно еще жрать. Жрать можно пока же за счет мамы, это, в принципе, норм. Давайте сначала создадим новое гейм... Не, давайте, кстати... Нет, подожди, стоп. Тут также есть рейтинг, вот видите, вот Empire Planet 2, она уже нихера не трендовая, поэтому нам надо go shopping, я вроде должно хватить денег, и вот Amazing On можно купить новые игры, вот, например, Latest Releases можно надо открыть, то есть League of Giants, $29, видите, у нее хороший рейтинг, 4 звезды, и типа она хайпнутая очень сильно, мы ее купим, бабок нету нихера, и сейчас она к нам приедет. Таска, я что-то выполнил. А, да, опыт тут, ну, можно выполнять задание. Most Watch, чтобы посмотрел 1000 человек. И это 500, да, 500 подписчиков. Так, сейчас подождем игру. И создадим новое видео. И... Choose game. Правда, ну, оно мне так хватит очков. Вот, и видите, 100 у нее хайп. Сделаем по ней геймплейное видео. Новый фильтр, зато у меня теперь есть bidirectional, но он мне не особо нужен, то есть мне пока что все устраивает. League of Giants геймплей, естественно, все игры, чтобы как бы, ну, не были какие-то проблемы с авторскими правами, естественно, все переименованы, типа там League of Legends, League of Giants, неважно. Всем похер. The game freezes. Кстати говоря, вот тут вот мне скоро будут подсказывать вообще, что да как. Вот. Я думаю, что мне... Ну, а пока что должен, короче, угадывать. Мне кажется, что я сейчас ничего нет, самое не угадаю, потому что мне... На Game Freeze, по идее, должно быть какой-то злой комментарий. Что-то типа злое. Ну, давайте это будет professional comment. Нахер я его потратил, я не знаю, у меня только один остается. Я сейчас лоудинг скорее. Твою мать, это будет конченый ролик, состоящий из одного момента. Понимаете? Одного... Это монтаж. Понимаете? Это будет монтаж, понимаете? Да вообще все могу вставить, все. Это будет топовый ролик, никому сейчас ничего не понравится. Вот ролик получился лучше, чем предыдущий. Монтажа вообще нет. Все, и в школу. Я не знаю, кто учится ночью, но похер, я пойду в школу ночью. Или куда он там ходит, в институт, я не знаю. Потом просто можно будет переехать в квартиру, жить в общежитии, и там уже меня никто не будет парить с учебой, я уже вообще не буду учиться. Комментарии, дизлайк. Хо-хо-хо, если этот... если этот человек-ютубер, то я Бэтмен. Ужасный монтаж. Ну, пошла в жопу. Я получаю на там деньги и подписчиков. Мне не волнует вообще твое мнение, мораль. Я спать пойду. Watch me play. Понятно, геймплей просто загрузить. Так, back to school. Сходить в школу один раз надо. Нет, сначала я посплю. А как жрать? Вот тут, да, жрать, да. Я просто не помню, где жрать на начальной квартире. Поэтому я сейчас тупить буду очень сильно. В смысле ты опять лег спать? Два раза... Все, хватит, пошли жрать. Я уже 200 подписчиков, я уже себя перерос, понимаете? Насколько все круто. Ту-ту-ту-ту. Так, тут у нас есть новости, тут у нас друзьяшки, а тут тест-дейт. Ага, надо учиться. Ну, кстати, по-моему, если я сдам тест нормально, то я уже смогу переехать более... 3-2-2, я себя пере... Нет, стоп.
Сейчас еще. Давай. Все, я себя перерос, нормально. Так, апгрейд. Нет, я хочу новое гейминг-видео. Я хочу, но мне денежки-то надо. Так, у нас еще можно геймплей, все нормально. Еще хорошо. Так, тут норм. Второй геймплей. По той же самой игре, пока что она хайпнутая, по ней можно создавать какие-то ролики. Вы преодолели легкий челлендж. Professional comment будет. Да, подошел, кстати, нормально подошел. А, загрузочный экран с советами. Опять-таки я не могу ничего принять. Надо будет потом настроить колоду. Вот, здесь это делается. Ну, по-моему, когда я проходил... А тут, мне кажется, да, мне карты, они все равно будут открываться. У меня пока что здесь все на уровне непонятном. То есть все равно я пока что новенько ничего не могу. Они будут открываться, пока я буду получать уровень. А, когда я проходил первый раз, вот этого не было, например. Ой. Привет, я хотел... Я хотел сделать, типа, видео по игре, о том, как я играю в игре, но я не знаю, как записать или смонтировать. Не мог бы ты сделать это загрузить? Я отправлю тебе игру. Окей. Это заказы. Заказы тоже можно выполнять. Это такая хрень. Грубо говоря, нам дают заказ, типа, сними ролик определенного жанра или вида. И загрузи до какого-нибудь, я не знаю, до какого-то числа. И потом, типа, мне за это заплатят деньги. Вот он мне прислал игру, я сейчас должен сделать ролик. Так, это коллекция карт, ладно, это я так понял. Так, вот мне надо сделать Lord the Battle of Upper Earth. Это, я так понимаю, Lord of Rings. Поздравляем, вы достигли второго уровня. Когда вы получаете новый уровень, вы открываете, да, лампочки, которые мне дают Many Objects in the Store, объекты какие-то в магазине, Experience Bar, да. Ясно, короче, стандартная хрень. Один дизлайк, опять. Да, ну монтажа нету, ну что вы. А, мне дадут уровень, я хочу прокачаться немного, ну ладно. Так, давайте сделаем ролик. Она тоже, кстати, хайпнутая, будет новое видео, новая игра на нашем канале. В нашем топовом канале просто best of 0. Вот. Так что сейчас записываем новый ролик. Я думаю, сейчас уже должно хватить мне этих. Wave hello, ясно. Просто ясно. Кстати, уже... И да, еще у меня будут открываться намного больше моментов, которые можно будет монтировать тоже. Так, загрузочный экран с советом. Ни смешной комментарий не пойдет. Ну, в лес хотя бы. Вы преодолели легкий челлендж, профессиональный коммент, да, почему бы и нет. Подошел. И еще мне апнуло. Теперь я хотя бы есть чего монтировать. Когда-нибудь у меня будет еще прощание, чтобы можно было нормально монтировать. Но тут на самом деле только вот так вот, наверное. Ну да, потому что если вот так вот, тут вообще все плохо будет. Да, так придется ставить. Чего мне не хватает? У меня охренительный просто постпродакшн. Да? Но у меня... Точнее, у меня охренительный монтаж. Но у меня нету ни... А, ну я вообще все могу... А, не, подожди. У меня очень все плохо... С вот этими вот штуками. Типа сценарий на таком уровне развития рано еще думать о сценарии, так что... На улице очень громко, я знаю, я не могу пока что ничего... Вот, cool greeting, крутое приветствие, клевое приветствие, не знаю. Так, я предлагаю сходить поучиться, потому что я все-таки хочу получить награду и не хочу обосраться. Я просто... В принципе, если написать хотя бы на 4... то мне дадут бабла. И на это бабло можно будет свалить из этой квартиры. Вот. Чё ты пришла? Я учусь! В смысле ты меня ругаешь? Если знаешь... В смысле? Ты чё? Алло! Так, вот тут надо забирать эти награды тоже, потому что мне ничего не дадут. В смысле? Я уже пищать начал. В смысле? Слышите, это... А я еще пойду учиться, ты запарила. В смысле? Такой, пошел, короче, учиться, сходил на учебу, вернулся. С хера ли ты не учишься, мразь? Что сейчас было вообще такое? Так, что тут опять? Один дизлайк. Не могу поверить, что... А, монтаж, ясно, да, конечно. Пошел в жопу. Так, ты что пришел? Я заказ выполнил. Спасибо, что загрузил это видео. Я скажу своим друзьям, что ты очень хорош. Да, да. Кстати говоря, ты знал, что скоро будет игровая конвенция через несколько недель?
ты сможешь встретить новых ютуберов, каких-то хороших ютуберов и получить какое-то признание. Но, блин, билет стоит $100, так что собирай деньги и пойдем туда вместе. Там еще есть еще слух, что там будут какие-то новые консоли. Отлично, вы так что получили талант, да, прокачка, чат... Нет, пошел в жопу. Так, тут есть, короче, типа, дерево скиллов, это странно звучит, но оно есть. Например, вот это. Первое впечатление. Можно будет записывать первое впечатление, в принципе, даже не буду читать, что здесь написано. Casual. Платформеры, гонки, спорт, сэндбоксы, пазлы и какие-то социальные игры, не знаю, мультиплеер, типа... вам дадут на 10% больше лайков. Нет, давайте все-таки мы сможем делать первое впечатление, потому что только на геймплеях не выйдешь здесь вообще никак. А вот это что? Request... Ну ладно. Так, новый, значит, новая задача, нам нужно попасть на конвенцию. Но у меня баблинского нет на это, и я очень сильно сомневаюсь, что мне будет. Он, кстати, посмотрел уже 7500 человек. Так, я пойду спать пока. А, я просто уснул. Просто усну. И надо пожрать. Смотрите, сейчас сходим пожрем. У меня 2000 подписчиков уже, понимаете? И за 4000 просмотров у меня $6. Это просто... Вау. Ты вот не заходи в мою комнату, даже не думай об этом. Я пойду сейчас запишу... Надо новую игру купить, но пока, я думаю, у меня есть какие-нибудь хайпнутые игры, да? Да? Но они... О, вот, League of Giants еще держится на топе. Давайте сделаем... Ну, первое впечатление после геймплея тупо делать, по-моему, да? Давайте сначала... продолжим делать геймплеи. Потому что нет смысла делать первое впечатление после того, как вышло два геймплея. Ну, это тупо... Это тупо-тупо. Пока что просто игра хайпнутая. Надо нам... ее проходить и делать по ней ролики. Так мы будем подниматься. Так, wave hello, почему только... Ой, hello, я так сказал сейчас, как школьник. У меня куда-то пропала хрень, которую я в руках держал. О, вот она. Так, загрузочный экран с советом. Надо будет иногда просто запоминать эти штуки. Ну, допустим, будет какой-нибудь серьезный коммент. Подошло, но не идеально. То есть оно просто подошло, но это неплохо. Так, и вы нашли пасхалку. Давайте, что мне тут надо? Мне надо... Мне постпродакшн надо поднять, да? Да, мне надо постпродакшн поднять. Так что лучше подниму... Я хочу, я очень сильно жду, когда мне будет возможность последний этот хрень вставлять, потому что когда вот так вот уходит на... Когда просто так уходит вот туда непонятно куда, это тоже плохо. Так, нужно сценарий поднять и звук. Угу. Так, интерес 57, в принципе, на таком все равно пока что уровне развития рановато. Так, я начинаю вспоминать, мы приехали в мою новую комнату, я решил немного приукрасить ее. Подожди, ты, у меня тут награды всякие. Надо пособирать. Так, короче, Decoration Store, тут типа будет сейчас магазин Идея, типа Икея, только Идея. Я буду называть вещи своими именами, то есть не буду переименовывать, типа Идея. Короче, это типа Икея, магазин каких-то разных плюшек, типа там можно купить какую-нибудь херню там повесить на стену, не знаю. Ну, давайте купим мусорку, я не знаю, просто надо это сделать, но в любом случае задание у меня просто так не оставит. Так, и пойдем учиться. Ой, не-не-не, тихо. Кстати, ворк мне тоже, в принципе, можно будет подзаработать, забить на учебу, подзаработать, пойти на конвенцию. В принципе, на эту конвенцию идти не обязательно, ничего там интересного нету. Я, конечно, в первый раз, когда играл, туда не ходил тоже, мне тупо денег не хватило. Шоу, жопа. Два дизлайка, это плохо. Ютубер, если ты, это ясно. Ясно. Но это все из-за монтажа, ну потому что херовый монтаж, действительно. О, новая карта. Короткий комментарий. Начало это танцевальное. А, подожди, я выбрать могу? А, я выбрать должен был, наверное. Вот, и тут я могу, типа, теперь вот так вот открывать эти карты, чтобы они у меня... Ладно. Вот, типа, там вот так вот ставить еще карты, чтобы были тут карты. Тут не могу, только wave goodbye пока что. Goodbye. Так, давайте поспим, потом пожрем, потом сделаем новый ролик. Потом пойдем... Я не знаю, можно будет пойти подзаработать, наверное. На конвенцию. Я так сильно хочу на эту конвенцию. Да нет, наверное. Нахер мне нужна эта конвенция, правильно? Так, и мне сейчас интересно, League of Giants еще держится в топе?
Да, она держится в топе. Очень неплохо так. Давайте мы сделаем по лорту, да, первое впечатление. Геймплей был на заказ, поэтому я еще имею право делать первое впечатление. Мне нужно еще будет купить игру на, ну, по заданию. Я так понимаю, это типа этот... Властелин колец, битва за Средиземье, там Upper Earth, Middle Earth, а там будет Upper Earth просто. Они меняют там вот так название. Первое впечатление тоже очень круто должно выйти. Так, вы купили новую игру. А давайте, вступление танцевальное. Танцевальное вступление, вот. Нашел альтернативу на русском языке. Значит, время до старта игры. Я так понимаю, загрузка, да? Это смешной комментарий. Прах! Да ладно, серьезно, вот это плохо, плохой ролик будет. Вашу базу уничтожили, пока вы атаковали противников, да гениально. Ну тут смотри, тут на сценарий удвоение идет, но мне вообще... Ну, Professional Comment, он может подойти. Да ладно! Ну блин, что-то херовый ролик выйдет, я чувствую. Что-то у меня, походу... Тут, кстати, неплохо, только мне надо... О, комп сломался, тоже тема будет раздражать меня все время. Давайте, наверное, все-таки сценарий. Ой, лоу. Слушайте, я даже это выкладывать не стану. Привет, телефонная компания. Так. Подожди, вам нравится ваша текущая телефонная, короче, типа компания? Мы уверен во время, что у нас самое быстрое интернет-соединение. Пошел в жопу. Это, короче, развод был. Пати нет, никаких пати. Короче, тут надо... Вот эту херню надо чинить. 20 баксов стоит починить комп. Во. Ты будешь чинить его? Во, пришел чувак, сейчас будет чинить комп. А, видимо, первая починка стоит бесплатно, окей. Но потом надо будет платить по 20 баксов, чтобы, ну, чтобы починить. Также, чем дольше я использую один и тот же комп, точнее, он будет ломаться намного чаще-чаще, поэтому мне придется покупать новый, просто чтобы он у меня каким-то образом, ну, чтобы он у меня не ломался так часто. Так, я понял, короче, я все понял. Давайте все-таки League of Giants и геймплейчик еще один запилим. Конечно, лучше вот так вот не спамить геймплеями, но мне нужно сделать ролик, и тогда я смогу пойти... Отстань! Тогда я смогу пойти учиться. Загрузочный экран. Dancing greeting. Почему бы нет? Game interest scene. Что-то как-то тут все такое зло. Ну, давайте короткий коммент, потому что я не знаю, что туда. Вообще в говно. Понял. Вы повысились. Happy expression. Счастливое выражение. Время до начала игры. Off topic command. О, еще и подошло. Nice. Теперь я знаю, что туда вставлять. Так, кстати говоря, тут... Ну, правда, мне вот эта нихера не нужна. Да, но, блин, у меня... Ах ты, смотри, какая херота-то, да, получилась. Вот так вот это мне вообще не нужно. Ну, херовый монтаж, согласен. Звук надо. Монтаж надо. Ну, а так в целом. Ну, на 52%, ладно, влезет, нормально. Пока что норм. Ты что ты хочешь, апгрейд? Я не буду покупать новый комп пока, рано. Че не скажешь мне? Так, твою мать. Ну, он хочет, чтобы я апгрейднул комп. Я не хочу. В этом магазине сможете... Это workstation. Ну, короче, в этом магазине можно будет купить. Ты хорошо отучился на этой неделе, хорошо. Типа, много учился. Он заставляет меня, что ты хочешь от меня? Все, отстань. Я все равно не смог бы ничего купить сейчас. Так, совет, типа. Я так понимаю, я могу выбрать. Да, выбрать надо. Карты надо выбирать. Буду пока что все, что только возможно, все тут брать. Так, ну что мы можем делать? Пошли, ролик выкладывается, пошли стадии делать. Сейчас вернемся, пожрем. Очень долго рендерятся ролики, но опять-таки, вот это рендер, вот это загрузка. Рендер и загрузки, оно влияет... Гудбай. Все.
У меня теперь есть гудбай, ура. Загрузки и монтаж, скорость загрузки и монтажа зависят от мощности компьютера, опять-таки. Не могу поверить, что это... Да-да, херовый монтаж. Они... Вот эта херня с монтажом, типа херовый монтаж, ля-ля, ты лах, она будет всегда, она всегда будет, от этого я никуда не уйду. Только учась делать новый монтаж, я смогу сделать... Но один дизлайк будет всегда. Вот только первый ролик реально рассчитан, чтобы было вот так вот хорошо. Ладно, пойдем пожрем. У нас 3500 подписчиков, почти пятый уровень. Ну, а на этом мы с вами пока что закончим. Опять-таки, если вам понравилась эта идея, этот проект, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, если вам понравилось это видео. Я буду выпускать эту игру почаще. Ну, а также ставьте лайки, это тоже приветствуется. Да-да-да. И еще друзьям там рекомендуйте канал. Ну, короче, вы сами все... Знаете, мы с вами увидимся в следующей серии и других роликах. Всем удачи и до новых встреч. Please God erase us.